Озеро Джека Лондона в топе. Россиянам перечислили малоизвестные безлюдные пляжи страны, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Список опубликовало издание «Сэм Ньюс». В первую очередь редакторы выделили стеклянную бухту во Владивостоке, которая считается примечательной из-за своего покрытия. Вместо песка на берегу рассыпана крошка из разноцветных осколков стекла. На втором месте оказалось озеро Джека Лондона в Магаданской области, куда туристы могут отправиться с палатками или остановиться на базе отдыха, а на третьем – пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района. В одной из исторических справок Колымское озеро Джека Лондона описывает как самое романтическое место в верховьях Колымы. Оно лежит посреди красивейших горной страны, обрамленное иззубренными пилами сурового хребта. Его узкое зеркало в ладонях лиственничных склонов напоминает фьорды Норвегии.